Всем доброго времени суток! На связи магазин пряжи Айнитки и ваша любимая рубрика «База знаний». Сегодня в этом небольшом ролике расскажу вам, как сделать пяточку ваших носков максимально прочной, износостойкой и которая будет не протираться. Во-первых, хочу сказать, что помимо определенного узора, который может спасти вас в этой ситуации, вы можете приобрести отдельно ниточку специальную для укрепления мысков и пяток. Она состоит из двух нитей носочной пряжи, которая даст вам тоненький подмот, добавит прочности и усилит плотность в пятке с помощью дополнительной нити. Это от фабрики Regia, специальная такая ниточка, она продается у нас вот на таких катушках по 5 грамм. Такого формата будет достаточно для того, чтобы добавить в одну нить для одной пары на пяточки и мыски. Она есть в хорошей палитре, по цветам, по ссылочке ниже в описании к этому видеоролику вы можете выбрать подходящий для вас именно цвет подмот. Ну, а я чаще всего использую просто вот такой узор, который укрепляет пятку за счет протяжек. Она получается более толстенькая и плотная именно за счет узора, чем основное полотно. Конечно, она не влияет на размер обуви, то есть такой носок можно будет по-прежнему носить в нашу обычную, привычную нам обувь. Но за счет того, что петли идут с протяжками, у вас есть дополнительный как бы слой нити, которая усиливает вашу пятку. Итак, как же мы ее вяжем? Узор состоит из двух рядов, он очень простой, с ним справится каждый. Мы провязываем в одном из рядов одну лицевую, одну петлю снимаем, нить за работой. Вот она, та самая протяжка, которая как раз и дает нам усиление. Снова нить лицевая, нить протяжки. Нить лицевая, нить протяжки, нить за работой. В изнаночном ряду мы все эти петли провязываем изнаночными. Таким образом у нас образуются вот такие дополнительные дужки. Можно вязать вот этой стороной наружу, а еще можно делать эти протяжки в шахматном порядке. То есть здесь у меня определенная дорожка, да, то есть я повторяю протяжку, петлю протяжкой именно над предыдущей петлей протяжкой. Если мы делаем смещение, то получаем в шахматном порядке тот же самый принцип, просто у нас над протянутой петлей будет обычная лицевая и, соответственно, наоборот. Пользуйтесь этим простым способом, он подходит для элементарных, самых простых пяток. В принципе, можно таким усиленным способом вязать и пятку бумеранг, и пятку подкову, и даже самую обыкновенную пятку чепчиком. Несложный, классный. Делитесь со своими знакомыми, кто вяжет. Любителям носков он будет в пользу. Обязательно напишите какой-нибудь комментарий. Может быть, вы использовали такую пятку и знаете какие-то еще другие способы. Я буду рада увидеть любую вашу реакцию.